было много таких дней, которые бы мы могли назвать самыми лучшими, согласились, не бывает. Это вообще явление штучное, дефицитное, редкое, но в свою очередь это не значит, что не надо стремиться к этому. Поэтому мы сегодня встали, умылись и, конечно, задумались о том, как бы этот день, это воскресенье, сделать самым лучшим днем в нашей жизни. Я надеюсь, у вас уже есть конкретный план для этого. Но вообще, в настоящий момент вы слушаете Авторадио. Здесь отличная музыка, которая поможет сделать для вас этот день чуточку лучше. Ну, меня зовут Юрий Кораблев. Дорогие друзья, желаю вам превосходного и замечательного дня.